В одном из отдаленных микрорайонов города, юго-западном, на улице Полякова установили световые опоры и провели долгожданное освещение. Изначально проблем было тут несколько в 2017 году. У нас не было ни нормального подъезда сюда, к нашим улицам, и не было освещения. Вот, значит, летом прошлого года я обратился к мэру Семену Денису Олеговичу, вот, с просьбой, ну, порешать наши проблемы. Вот, значит, он отозвался, мы с ним встретились тут, провели переговоры, после чего был решен вопрос, частично пока что был решен вопрос с дорогой. Вот, а насчет освещения он сказал, что большинство частных улиц города Электрогорска попадает под освещение в 2018 году по программе «Светлый город». Вот, значит, обещал он осветить где-то ближе к лету 2018 года. Работы начались раньше, чему мы очень рады. Угу. Вот, выполнены быстро, качественно и хорошо. Вот, работа, как, ну, профессионализм подрядчика очень даже, ну, как бы, радует. Улица раньше никогда не освещалась, и ходить по ней было опасно и страшно. В ночное вечернее время микрорайон погружался в кромешную тьму, в связи с чем повышался риск получить травмы, а еще это недостаточная безопасность горожан в темное время. Хотим выразить благодарность главе города Семенову Денису Олеговичу за то, что он осветил нам улицу, улицу Полякова. Раньше на нашей улице было очень темно. Так было страшно ходить с ребенком в поликлинику, в магазин, плюс безлюдное место, гаражи рядом. А теперь можно спокойно и комфортно добраться до дома. Спасибо большое. Мы очень рады. Сейчас жители освещенной улицы могут комфортно передвигаться вечером и ночью. Это стало первым шагом в освещении улицы по всей ее протяженности. Ну, у меня-то думки были такие, что я не думал даже, что осветить улицу, а просил повесить вот хотя бы вот на этот столб, потому что вот мой дом, фонарь вот на этот столб. Тут летом собирается такая куча, всегда автомобили, тут начинают разбираться там друг с другом. Вот я что хотел-то. Ну, видите. Ну, Денис Олегович молодец, да, осветил нам всю улицу. Да, да. И, ну, причем при том, что это только начало этой улицы. Потому большое что спасибо. По разговорам с Денисом Олеговичем, он сказал, что будет полностью освещена вся улица Юго-Западна, все улицы. Также улица Энергетика в ближайшее время, мы думаем, будем освещаться. Я думаю, будет у нас все хорошо. Да, и самое главное, что работа была выполнена раньше обещанного срока, чему мы бесконечно счастливы. Спасибо. Спасибо. Мы обращались год назад, наверное, в том году обращались, что освещение нам провели. Он пообещал, но пока никаких сдвигов не было. И вот я написала на прямой эфир, и нам вот в течение недели поставили освещение на улице Полякова. Большое спасибо главе города Денису Семенову за проведение освещения на нашей улице.